Концертом под открытым небом в Уфимской епархии отметили День святого равноапостольного князя Владимира. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в парке имени Ивана Якутова прошел миссионерский концерт для молодежи. Подробности у наших коллег из Башкортостана. И добрую молвой, как жизнью дорожил, владу самим собой и целым миром жил. Один из участников концерта, отец Максим Коробицын, исполняет на музыкальном форуме авторские песни. Будучи не только соборным протодиаконом, но и музыкантом, батюшка с радостью принял участие в мероприятии, посвященном князю Владимиру. У нас сегодня молодежь играет рок-музыку, джаз играет коллектив, поет архиерейский хор. И все радуются, и люди поворачиваются к православию лицом, потому что понимают, что православие – это не просто люди, сидящие в пещерах и молящиеся Богу, а люди, которые живут самой нормальной жизнью. Начавшийся с праздничных песнопений архиерейского хора, музыкальный фестиваль в основном стал площадкой для музыкантов, исполняющих светскую музыку. Ключевые темы – мир, дружба и любовь, которые так необходимы в нашей жизни. Кроме того, во время концерта зрителям раздавались миссионерские листовки о святом князе Владимире. Завершающим аккордом музыкального вечера стал джаз в исполнении группы «Take Five».